Это ловушка. Итак, игра началась. Цель – заполучить деньги вашего противника. Не возьму ни йены, если мне удастся выйти из этой игры. Самая бесчестная игра. Обмани всех, кого сможешь. Создадим команду. С этого момента следи за окружающими. Один за другим игроки будут выбывать. Иначе долговая тюрьма. Это же чистой воды подстава. Да. Мой напарник – наивная девчонка. Она верит каждому и не способна солгать. Меня обманули. Снова. Смешно, но мы намерены победить. А может, я просто вам вру? Разве это плохо? Быть искренней. Игра лжецов. Тебе точно кранты! На телеканале Дорама. Желаю вам удачи в игре. Слышали о королевской битве? Да, это судьба! Каждый год стоит всего один раз! Жизнь игра. Жестокая игра. Мне придется доказать, что ты достоин. Фукасаку. Королевская битва. Фудзиёси, сказал не болтать. А есть три типа людей. Те, кто сверху. Те, кто на дне, и те, кто падает. Фильм Netflix. Платформа. Да, платформа. Ты знаешь, зачем она нужна? Это очевидно. Чтобы есть. Есть что? Объедки тех, кто выше. Отвратительно. Они же много людей. Скоро станет поменьше. Это был человек? Конечно, кто же еще? Так и будем терпеть. Если бы все ели столько, сколько надо, еды бы хватало на всех. Поможешь спуститься.
Это самоубийство. Голод будет в нас безумцев. У тебя доброе сердце. С ним ты долго не протянешь. Платформа. Смотрите с 20 марта только на Netflix. Чё ты приехал? Не из-за бабок же. А я природу люблю. Новый сериал ТНТ. Добро пожаловать на шоу «Выживший». Здесь начинается их приключение, в котором победит только один. Говорили, тут люди пропали. Где все? Ау! Это кровь. Их убили, что ли? Надо уходить. Да куда мы пойдем? Не понимаете, что это не шоу уже? Вышел месяц из тумана. Вынул ножик из кармана. Слышали? Что? Идут за нами. Новый сериал не для слабонервных. Игра на выживание. Только для зрителей старше 16. 31 августа в 10 вечера на ТНТ. Хэзелдайн. Многие достойные кандидаты пытались дойти до этого момента и провалились. Вы добились успеха, и теперь вы на последнем этапе. Кандидат 1. Если вы попытаетесь заговорить со мной или с охраной, вы будете дисквалифицированы. Если испортите свой лист, намеренно или случайно, вы будете дисквалифицированы. Если решите выйти из комнаты по какой-либо причине, вы будете дисквалифицированы. Приступайте. Дело не в том, что он сказал. А в том, чего он не сказал. Он не сказал, что нам нельзя говорить друг с другом. Дело не в ответе, а в вопросе. И что это за вопрос? У нас 74 минуты, чтобы это выяснить. Это необычный отбор. Мы должны помочь друг другу. Зачем мне помогать тебе? Может, мы не должны сотрудничать? Что это за вопрос? Отпусти меня! Врать не запрещено. Он враг группы. У нас пока не было повода доверять друг другу. Ублюдок! Хватит! Давай же! Я тот, кто вам нужен! Ваше время начинается. Экзамен. Блин! У меня отстойный день. У меня тоже. И у меня. Эй, там легавые! Ау! Никого нет. Добро пожаловать, игра скоро начнется. Смотрите. Пожалуйста, дождитесь начала игры. Это еще что? Пересекли границу, назад не вернетесь. Вам придется сыграть. Игра на жизнь или на смерть? Серьезно? У вас нет выбора, кроме как присоединиться к нам. Игра в той стороне. Полагаться можно только на себя. Об этой игре одно я знаю наверняка. У нее должен быть повелитель. Веселье только начинается. Если бы я был повелителем игры, что бы я сделал? Осталось 10 секунд.
Бежим отсюда! Смерть всем предателям! Алиса в пограничье. Смотрите на Lost Film TV. Ну, думай же. Думай! Где он тебя бросил? Где-то в лесу. Там в другой машине нас ждали еще два мужика. Я сразу понял, дело труба. Я сказал им, что Харрисон мертв, но я готов занять его место. Их это не устроило. Они гнались за мной и стреляли. Но я продолжал бежать. Я хочу больше денег. Насчет денег не волнуйся. Тут два лимона. Но дело надо закончить. Я в последнее время много размышлял. К чему базар? Я тебе знаю. Ты что думаешь, я сам сюда пришел, а? Меня похитили. Постойте, вы что делаете? Я теперь 50 раз больше заплачу, если дашь мне сделать ноги. Так тебя по-любому выпустят из тюрьмы. А сам чего? Бабки не берешь? Отсюда выхода нет. В чем дело? Какие-то проблемы, 13-й? Мой игрок выжил в игре! Он жив! Ты врешь. Я говорю правду. Деньги где спрятал? О чем я не понимаю? Заряжайте пушки! Джентльмены, делайте ставки! Крутим барабаны! Целься! Свести курки. Как загорится лампочка? Огонь! Удачи, партнер. За тобой следят. Шахов. Сергей Шахов. Найди мне его. Трусы твои у него? Возможно. Тобой манипулируют. Но у нас нет таких денег. И тебе не убежать. СТС представляет. Ребят, а вы вообще все кто? Фу! Ваш звонок очень важен. Похоже, для нас. Пожалуйста, у нас у всех один входящий. Оставайтесь на линии. Алло. Прослушайте важное сообщение. В кровь каждого из вас было введено 5 миллиграмм модифицированного тетродотоксина. Это яд комбинированного действия, вызывающий головокружение, потерю сознания и смерть от удушья. Представь, что твоя жизнь может закончиться. Если ты не пройдешь. Там цифра 9, ты такой же человечек, как на картинке. Идем, шестерка, значит туда. Квест. А что это за фигня? Что это? Время истекает. Вот как только стрелка дойдет до нуля, все мы умрем. Черт с вами! Нервы сдают. Это тебе за брата! А это тебе за нас! Либо ты сейчас же все расскажешь нам про эксперимент, в котором мы участвуем, или... Я тебя застрелю лично, понял? Кто управляет твоей жизнью? Страшно. Стоп. Они нас сегодня чуть не убили. Вы все еще хотите бегать из точки А в точку Б их ребусы решать? Вы спали когда в последний раз? Вы думаете, это нас не убивает? Павел Прилучный. Агата Муцениеце. Премьера сериала «Квест». Пройти, чтобы выжить.
Рен Крапивник. Кто? Рен Крапивник. Птичка такая. У Портну из шести главных тюрем. Из семи. Шутишь? Игорь, ты нас выведешь? Может быть. Мастер тюремного побега. Да, я Гарри Гудини номер два. Я вожусь с вами только потому, что мне нужны ваши башмаки. Если вздумаете глупить, я оставлю вас в два счета. Хватит болтать, хватит гадать. Не забивайте себе мозги пустыми мыслями. Понятно? Вот она задачка. Спасти себя от себя самого. Стряхни его. А кто это? Неважно, он нас убьет. Дай мне слово. Ну, не тормози. Квиби представляет. Будь у меня деньги, я бы лечился. Может, дождался бы сына. Вы можете мне помочь? Лиам Хемсворт. Могу. Только я буду не один. Кристоф Вальц. Я предлагаю вам попытать счастье в одной давней человеческой забаве. В охоте. Охотиться будут за мной? Типа, как в пейнтболе? Или в догонялках? Охота в ее чистейшей форме. До смерти. Игра длится ровно сутки. Ваша плата растет с каждым прожитым часом. В финале можно получить 24,5 миллиона. Вы будете совсем один. Никому не верьте. Включите паранойю. Самая опасная игра. И когда начинаем? Уже начали. Смотрите в апреле на Квиби. Каждый день новая серия.